Здорово, люди! Наконец-таки выложила видео не через неделю, как обычно. Не суть. Думаю, вы уже заметили, что сегодня я с голосом. Да, у меня появился телефон. Надеюсь, вас не раздражает мой голос после роботического. Этот арт я рисовала не особо долго, примерно час. Но из-за него я очень поздно легла и сейчас очень уставшая. Те, кто сидит в моей группе, возможно, уже видели пост с этим артом, и рядом с ним я присобачила еще гача. Изначально я создала этих персов в гача, серьезно. Я увлеклась, и мне понравилось комбинировать всякие маленькие деталюшечки. Тем более, когда в последний раз я туда заходила, там было намного меньше аксессуаров. Я давно заметила, что уже есть качественные гача-видео, разные мемы, анимации. Меня это заинтересовало, и я задумалась над одной вещью. Бывает такое, что увидел и захотел. Также у меня. Буду пробовать делать обработки и какую-нибудь историю с Фаргани. Только не здесь, не на канале. А то запутаетесь и вы, и я. И вот приближаюсь к другой теме. ТикТок. Я его разбирать не буду, просто скажу свое немного личное мнение и то, что я с ним сейчас делаю. Он у меня был и на другом телефоне, и перенесся на этот. Туда я выкладывала всякие разные просто коллабики и все. Но думаю выкладывать сейчас туда своих персонажей. Ну, как раз таки этих двух. Ну, блин, может еще каких-нибудь придумаю, это уже сугубо моя фантазия, как сработает. Конечно, если мне это не надоест. Также я пытаюсь шуточки там всякие, разные мемасики буду выкладывать. Заходите, если вам нравится мой контент. И когда вы уже устаете ждать мои видео, можете там, может, что-то посмотреть. Иногда мне кажется, что я немного уже из-за этого ТикТока деградирую. Лексика ни к черту. Я уже забыла, как озвучивать видео. Но, в принципе, мне там очень часто попадается гача. Поэтому я об этом и подумала. Ладно, пока я пошел есть арбузик.